Всем привет, ребят! Сегодня, как обычно, утренняя китайка, и утренняя китайка не просто так, как обычно, офигенные топовые акции для бездоната, чему я, в принципе, не удивляюсь. То есть вам все, что от вас надо, это накопить самоцветы и забрать топ-плюшки. Вот, как видите, здесь дают по три карты стабильно, каждая там неделя три карты на забытую битву, то есть 1500 здесь не проблема набрать, кто смотрел и набирал около 1900 очков, хотя можно будет набрать намного больше. Вот такая вот еще есть за 6000 самоцветов, 35 топовых сумочек дают для прокачки топовых питомцев, также дают вот синие и красные кристаллы за 16800. Помимо этого, вот такая акция для донатов, 1400 самов пак, и вы получаете топовые, на мое мнение, плюшки для такого количества самов, что очень неплохо, коробочку дают. Но самое основное вот это. Это акция на роллинг талантиков. То есть надо ролить таланты и смотрите, что в конце. За 120 талантов это, грубо говоря, 36 тысяч, да, у нас получается. Надо переролить, вы забираете порочный пакт. У меня уже их два на складе, это уже будет третий. Ну и опять же, это не все, ребят. Это плюшки, сейчас я заберу с предыдущего. Самое основное, то, о чем я уже не один раз показывал. Вот смотрите, какие плюшки у меня за предыдущую трату, там где надо было собрать, можно было собрать за 160 тысяч самоцветов Некроса, также дополнительно пятый сет психа и кучу других топовых плюшек. Я вот воодушевление, ой, говорю воодушевление, священный огонь еще не проснулся. Забрал Некроса, в принципе, я не успевал, потому что не получилось по времени. Я его не собрал, собрал половину. Ну, мне он особо тут, в принципе, на китайке сейчас не нужен. Там 4 есть уже. Так, ну это все такое. Поехали, покажу, в чем суть этой топовой акции на смену. Давайте на стрелка нашего, как обычно, зайдем. Вот стрелок у нас есть. Самое основное, что в этой акции, вы видели, у меня там единичка, можно ролить именно картами. То есть можно собрать карты, накопить. Можно самоцветы, то есть кому как удобно. Но благодаря этому вы можете без заморочек себе просто забрать самый топовый талант на сегодня на урон. Причем без особых вложений, если сравнивать там русский наш сервер, где очень проблемно его получить, но можно, но опять же за донат в основном. А если кому-то там везет, то это очень большая мега удача, скажем так. Так. Ну, это нам не надо, не надо. Вот есть, смотрите. Вот вы уже можете начинать забирать. То есть я вот переролил 40 карт, 41. Я уже набрал практически половину. То же самое тут по других акциях по поводу разных трат. То есть можно все делать картами. Помимо этого, у нас, ребят, сейчас будет обзорчик на вот эту акцию. Я сначала паролю. Посмотрим, что у нас сегодня в кристальном этом сундуке находится. Что можно будет вытащить. Так, окей, ну что, поехали. Надо сделать. Всю акцию забрать топовый талантик. Ну, заодно посмотрим, как сегодня на китайке падают таланты. Пятерок, пока только у нас их не было. Ну, что-то стрелок сегодня не в ударе. Тире 8, огненная защита.
Еще один порочный пак, ну, единичка. Так, ракушка. Она не особо нужна мне. Так, 4-5 ремка. Сейчас, секунду, я хочу пробежаться по героям на судьбу. Или все у меня они есть, открыты. Так. Снайпер. Ведьма Морозница. Должна быть. Снайпер, ведьма Морозница. Надо будет посмотреть шаман. Им можно будет пятерки поставить, как допом. Потом их посливаю. Так, давайте зайдем в алтарь. Так, шаман есть, есть. Не вижу. Морозницы не вижу и этой. Этого нету. Ее вот как раз и можно будет сейчас поставить, если будут пятерки. Потому что хочу в ближайшее время вкачать все-таки судьбу. Так, четверка. Сразу же огненная защита, пятерка падает, тоже поставим, пока надобности у меня, скажем так, особо нету. Ну, вроде-то как неплохо и падает, но опять же, пока ничего мы имбового такого не вытащили. Поехали дальше. Четверка. Вот эта табличка, я надеюсь, ее в ближайших обновлениях уберут, потому что она очень мешает. Так, ну, видите, сегодня порочный пак с новых талантов вообще просто сыпет. Правда, не пятерка, но хоть показывается чаще. Так, ну что? Не видать нам сегодня имба талантов интересных. Так, тяж четверка. Вот только сказал не видать и железная воля, ребята, вот так вот. Отличненько. Так, железная воля. На ведьме у нас уже есть. Медуза, грубая сила. Сейчас я гляну, что там у нас леди Лео. Ремок у меня, в принципе, здесь уже хватает. Леди Лео уже у нас вкачанная, вот так вот. Так, медуза. Одна с замедлением. На ком бы еще таком интересном потестировать. Сори, ребят. Начинают будильники срабатывать. Режим. Так. Так. Железная воля. Ну, Анубис. С каменкой один. Еще не докачанный. Так, тут у нас грубая сила, воодушевление. В принципе, можно убрать воодушевление. Так, сейчас я еще досмотрю до конца все. На кого можно такого интересного поставить? Мне медуза нужна. Тут она у нас с замедлением, а тут грубая сила. По сути, сейчас и грубая сила не особо актуальна. Давайте тут поменяем. И сразу же улучшим.
Так, есть. Слили грубую. Что там у нас? Пум-пум-пум-пум. 99 еще 21 раз. Ну, вот видите, какие плюшки. Но у нас, к сожалению, пока такого нет. Четверочка. Пятое утекание. Ну, утекание, опять же, не особо актуально на сегодня. Как видите, у нас с одной стороны в другую меняются таланты. То было актуально, то уже нафиг никому не нужно. Так, бастион, утекание. Вот такого интересного сделать с утеканием. А у нас, по-моему, четверка ремка. Давайте тут поставим вот так вот. Так, есть. Поехали дальше. Так, ну и как раз огненько. Так, что у нас по талантикам? Вложились мы уже в лимит. Еще 8, блин. Так, окей, огненная защита. Тут у нас огненка стоит. На коме я еще хотел потестировать. Афина с грубой. Так, разброс. На какого-то. Так, хранитель у меня с огненкой. Второй, по-моему, есть. Если не ошибаюсь. Так, ну тут воодушевление поменяем, тут тоже уберем пока. Окей, поехали дальше. 8. И заберем, посмотрим сейчас еще топовую акцию. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Я уже думал, упадет топовая. Так, окей. Все, забрали. Отличненько. Бум. Вот так вот, ребят. В принципе, очень крутая акция. Смотрите, сколько всего мы получили. Жесть, просто ждем обновы, будем открывать это все. Так, окей. Ну, теперь самое основное. Побежали в акцию. Посмотрим, что у нас на китайке сегодня падает с сундучка. Ну что, ребят, вот и все. Забрал я окончательная цель. Еще один порочный пакт. Я, честно говоря, в шоке. На китайке больше порочных пактов, чем на основе. Ну, плюс Фрея, плюс сетик новый. Вот так вот. Сейчас покажу еще плюшки, которые дополнительно упали нам, что нам дали. Вот так, ведьма, сундучок, такой сундучок, синие красные кристаллы, ну, все по максимальному. Вот это китайка была, все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Огнекрыла, ссылочка в описании. Всем пока.